Подвели итоги. Начальник областного главка Юрий Стерликов оценил работу своих подчиненных в Ленинском районе. Так, за первые 6 месяцев этого года общее количество преступлений в районе снизилось. На территории не зарегистрировано ни одного убийства. Тем не менее, есть и проблемы. Все чаще используют огнестрельное и газовое оружие. Больше стало преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. Все чаще отличаются несовершеннолетние. В регионе допущен рост преступлений, совершенных в общественных местах, на 39%. На улицах на 53%. При этом на территории обслуживания отдела полиции номер 5 число преступных посягательств указанной категории увеличилось на 75% и 58% соответственно. В области сохраняется устойчивый рост рецидивной и так называемой пьяной преступности. Особое внимание Юрий Стерликов уделил работе дежурной части. Надо более ответственно относиться к обращениям людей. Ряд руководителей по итогам совещания привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Просят помощи. По данным силовиков, вот этот мужчина. Фоторобот вы сейчас видите на экране. 1 июля примерно в 10 часов вечера в Тольятти в лифте одного из домов на улице Дзержинского напал на малолетнюю девочку. Силовики уже возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». На вид преступнику 25-30 лет. Рост 170 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы светлые, рыжие, короткие темные усы. Если вы что-либо знаете о разыскиваемом, просьба сообщить по телефонам на экране. «142 преступления за сутки. В основном кражи, грабежи и мошенничество. Около половины дел уже раскрыли. В Тольятти полицейские задержали молодого человека, который, по версии силовиков, ограбил пожилую женщину. Преступление произошло в подъезде одного из домов на улице Гидротехнической. У 74-летней жительницы Тольятти неизвестный злоумышленник отобрал пакет, в котором находились мобильный телефон, лекарства и 1100 рублей. Им оказался 22-летний безработный, в прошлом судимый за кражу и грабеж. Сейчас идет следствие, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Если его вину докажут, ему грозит до 4 лет лишения свободы. За сутки в области 7 пожаров, из них 4 в жилом секторе. Один человек пострадал. Так, в железнодорожном районе Самары горела квартира. К месту пожара прибыли 17 человек личного состава, 5 единиц основной пожарной техники. При пожаре была травмирована и спасена женщина. Было эвакуировано 12 человек. Пожар был локализован в 1 час 17 минут, ликвидирован в 1 час 19 минут. Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.